Герой нашего следующего сюжета о браконьерстве никогда не помышлял. Ветеринар Валерий Соболев, рьяный защитник животных. Лечит их как в Кирове, так и в других городах страны. Врач постоянно ездит в командировки. Такой добросовестный и многолетний труд не могли не заметить в Кремле. Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о награждении кировского ветеринара медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Девочки, что убежали? Инструменты подаете мне. Кто со мной работает? Не надо торопиться, но и тянуть время не стоит. Профессиональный секрет врача-ветеринара Валерия Соболева. Сегодня эту истину врач рассказал своим практикантам. Операция по стерилизации кошки – несложное дело. Его можно доверить и студентам, медикам последних курсов. Но бывают и тяжелые случаи. Сегодня будет перелом плечевой кости кошки. Надо будет штифт поставить. Штифт, вон оригинограмма лежит. Мы еще сегодня ее не делали, будем делать. Дальше вот кошка, собака не могла родить. Пришлось самое делать кесарево сечение. Пока практиканты делают операции, Валерию Соболеву нужно обойти все свое беспокойное хозяйство. Носовые отверстия хорошие. Они бывают, зарастают совершенно, дышать нечем. Или истечение оттуда есть, или клюв бывает сломан. А тут все нормально. С каждой новой программой в кировский цирк приезжают десятки животных. И для них гастроли начинаются с медосмотра. Мы обязаны это делать. Зачем? Как зачем? Здоровые и нездоровые. Сделали прививки, профилактические исследования, сделаны, не исследованы. Если не исследованы, надо исследовать. Надо кровь брать, исследовать. Да, они поедут тоже на пситокоз, их надо исследовать обязательно, сальмонеллез надо будет исследовать. Поэтому все они подвергаются исследованию. Дегерметизацию проводим. Против гриппа. И телефон у врача включен постоянно. Валерий Анатольевич готов оказать помощь в любое время суток. Тем более, что эти животные не просто домашние любимцы, а артисты. Некоторые даже каскадеры исполняют на представлениях сложнейшие трюки. Смотрите, зубки хорошие, зубки у тебя хорошие. Глазки нормальные, глазки нормальные. Ушки не беспокоят, не беспокоят. Грыжи у нее нет, грыжи нет. Однажды обезьяна прыгала мимо колеса, куда она должна прыгнуть. И зацепила ногой, ударил, перелом бедра. Мы сразу же его штифтовали. Ну, тоже было, да. Всякое бывает. Да, красавица, глазки у него. Ой, да, хорошо говоришь. Кировского ветеринара постоянно приглашают в цирки и зоопарки по всему миру. Таких специалистов, как Валерий Соболев, очень немного. Недавно врач вернулся из Китая, обследовал там львов и тигров. А в мае поедет в Челябинск. Там в лечении нуждаются зебра и верблюды. Кировский айболит старается помочь каждому больному животному. Операции его не страшат. Главное, чтобы исход был успешным. Остеомиелит был, заболевание костей. Пришлось удалить, полласты пришлось удалить. Выздоровел, все нормально, а то кости гнили, понимаете? Это бывает у них. Бывает, у всех бывает. Там, где есть кости, там и заболевание костей бывает. Стаж работы у Валерия Соболева уже полвека. За это время кировский айболит спас жизни сотням животных. За свой труд в скором времени он получит медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Награда приятная и неожиданная, делится впечатлениями врач. Но главный приз за работу все же здоровье пациентов. Не чекай лучше. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей Тавич.